этот день поздравления с праздником звучали на языках многонационального Казахстана. Отметить праздник Нового года, обновление природы собрались представители разных этнокультурных центров региона. Казахи, корейцы, чеченцы, узбеки и многие другие. Все те, кого объединяет под единым шанераком Казахстан. Камал Пашаев вместе со своими друзьями готовится к выступлению. Камал представляет турецкий культурный центр и уверен, что именно такие совместные праздники объединяют народы. Праздник Наурыз как бы объединяет все этнические народы Казахстана в одно единое. От себя хочу сказать, поздравляю весь Казахстан с праздником Наурыз. Хочу пожелать процветания, мира и благополучия всем казахстанцам. К празднику Наурыз организаторы подготовились основательно. Накрыли праздничный дастархан, за которым собрались многие жители и гости Шымкента. А на импровизированной сцене свои номера показали представители разных этносов. На смену поздравлениям от корейской диаспоры идут казахи, которые показали зрителям обряд под названием «Тусау кесер». Завершением праздника стало зажигательное исполнение лезгинки. Праздник Наурыз на самом деле удался. Здесь собрались представители разных этнокультурных центров, которые показали не только национальную кухню, но и яркую концертную программу. Вот сейчас выступают представители турецкого культурного центра, которые исполняют зажигательную лезгинку. Уважаемые друзья, наша съемочная группа тоже решила не оставаться в стороне. Мы на самом деле решили тоже исполнить зажигательный кавказский танец. Шудин Саидов, Николай Иванов, Ербол Махашев. Информационная служба телекомпании «Отрар».